Премия «Народное признание» набирает обороты. Отдать свой голос за достойного врача может каждый. В этом году больше медицинских заведений выдвинули своих кандидатов для участия в номинациях. Подробности в следующем сюжете. Специалистами в области медицины становятся не случайно. Всегда приходят осознанно к профессии. Ежедневно в стенах акушерского отделения городской больницы на свет появляется 10-15 младенцев. Такая работа очень трепетна и требует большого внимания. Премию прошлого года в номинации «Сердце отдаю детям» получила Марьяна Неустроева. Специалист по новорожденным со стажем работы более 20 лет. Работаю с детьми, конечно. Это самая такая вот радость, самые такие чистые дети. Вообще люблю именно педиатрию. Вообще никогда не пожалела, что пошла в педиатрию. Операции плановых каждый день, конечно, по 3-4, и плюс еще иногда бывают экстренные. В этом году немного изменились правила. Теперь из прошедших в финал лучших выберет комиссия, которая состоит из премированных в прошлом году. Также участие принимают врачи из всех уголков Якутии. Напомним, сказать спасибо за внимание и заботу можно на портале zuma.top. Отдать голос за достойного можно с 1 августа. Вообще-то мы не планировали вот на республиканский этап выходить, но, как говорится, вот участники сами, ну вообще вот народ требует, оказывается, все вот спрашивали, звонили. И вот даже к нашей радости нашелся спонсор, вот группа компаний «Стерх» и «Сахамедстрах». Вот они с радостью решили поддержать нас. Наши победители пройдут по красной дорожке, но мы хотим устроить такой праздник для наших работников здравоохранения. Номинацию «Наш любимый врач» в 2016 году получила Надежда Тихонова. Фанат своего дела с опытом работы более 20 лет. До сих пор вспоминает об этом с улыбкой и благодарна своим коллегам за признание. Я подумала, что в принципе, если кто меня знает, тот проголосует. Но то, что я стала победителем в конце финале, это было для меня, конечно, полнейшей неожиданностью, потому что проголосовали достаточно много народу. Я, конечно, очень признательна всем своим коллегам, товарищам своим, которые проголосовали. Больные приняли участие в голосовании. Поэтому, ну, честно говоря, вот эта премия, она же не просто как бы признание, но это еще и ответственность определенная. Любому профессионалу приятно получать признание его деятельности, но когда это делают благодарные пациенты, подход к делу становится еще более ответственным. Юлия Великодна, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.